что придется там делать. Блин, это жесть, уже. Я же такой конверт там должен быть. Просто сила всасывания как не себя, ребят. Я не знаю просто. Понимаете, мне еще мужика надо найти. Я не могу так, блядь. Ребята, я не могу так шутить. Мне еще мужика, понимаете, надо искать. Мужик такой увидит, от меня сразу отпишется. Ребята, я хочу быть самой собой, я хочу реально шутить на разные темы. Но когда мужики видят то, что мужчины видят, когда я, что я шучу на такие темы, они сразу отписываются. Думаю, что за пацаненок, а не женщина сидит. Так, ладно, что там у нас? Передай привет, Ирина. Ирина, привет. Что у тебя за машина? Ребята! Ребята, где? С Арсеном как? Ничего, пошел работать. Вот как. Арсен пошел работать на трассу. А, шучу. Но... Арсен, пожалуйста, не убивай меня. Цены нормально там, подрабатывать где надо. Почему я себя сдерживаю? Хочется поржать, реально. Что у тебя за машина? Range Rover Evoque. Только Range Rover, я признаю, только Range Rover. Куда едешь? Я еду за кофе. Егор, привет. Как потом вводить на лбу? Не знаю, ребята, возьму кислоту, налью себе на лоб, выжгу, не знаю. Скажу своему мужику будущему, чтобы членом побольше тер лоб мне. Чтобы оттерлось. Вот как увидите, что моя татуировка, что татуировки нет на лбу, значит, личная жизнь удалась. По назначению, так сказать, пошла. Ты домашнюю еду кушаешь вообще? Сейчас я не ем домашнюю еду, потому что мне некому готовить. Когда я живу одна, я не готовлю себе. Когда живу с мужчиной, конечно же, я ему там кухарю как надо. Все делаю по полной программе. И массажи, и еду, и все на свете, короче. Лишь бы хороший был, лишь бы не мудак. Вот мудакам не готовлю. Ты замужем? Нет, я не замужем. А, привет, привет. Что там? Была? Была полгода. Слава богу, развелась. Спасибо тебе, Господи. Сейчас у моего бывшего мужа двое детей. Мне искренне жаль его жену и детей. Скучаешь по папе? Меня когда умер... Ребят, пожалуйста, я... Я очень скучаю по папе, правда, очень. Но жизнь продолжается. Я, конечно, скучаю, отвлекаюсь. Спасибо, что мне про него напоминаете, конечно. Огромное спасибо. Вот. Конечно, скучаю. Блин, мне кажется, я опять сейчас буду плакать. Сколько тебе лет? 32. А, как мамочка. Мамочка хорошо моя. Я ее очень люблю. Хочешь на проект вернуться? Нет. Только если за пиаром. Все. Но никак не обсуждать отношения. Никак не обсуждать какие-то еще моменты. Знаете, вернулась бы на проект чисто, если бы проект был про меня. Я короче, эгоистка. У тебя фигура бомба, спасибо. Короче, ребят, рассказываю. Познакомилась с соседом. Сосед красивый. Но я такую херню начинаю исполнять.
Короче, мне кажется, мой сосед больше со мной не будет общаться. Бля, я такая дура, мне когда мужики нравятся, такую херню делаю. Просто. Такая дура. Реально. Мужик красивый живет у меня по соседству. Реально красивый мужик. Бля, что я ему написала, короче, я не знаю, какую-то херню вообще. Я реально... Вот, девки, расскажите, вам когда мужики нравятся, вы исполняете какую-нибудь херню? Давалка, блядь. Зачем? Чем зарабатываешь? Почему я давалка? Я еще никому не дала даже. На проекте никому не дала. И за периметром пока еще никому не дала. Почему давалка? У тебя руки... Машина едет. Ну вот, как-то едет она. Я коленом подруливаю. Чё? Привет, привет. Си, ты очень красивая, какая ты сладкая. Обожаю тебя, спасибо, Мирочка. Блять, а кто недавно говорил, что у тебя все было и в жопу, и всяко разно? Но это не значит, что я давалка, извините меня. Это значит, что я опытная девушка и попробовала в своей жизни все. Но это не значит, что я давалка. Сирен, скажи про Колесникова, скользкий он. Очень скользкий тип Колесников, я хочу сказать. Очень скользкий. Как... я не знаю. Как смазка анальная. Скользкий. Я не знаю, что сказать в этот момент. Куда собралась? Макдональдс. Ты охуенная. Спасибо. Ребят, ну блин. Надо быть тактичной, пожалуйста. Ребята, вот я, знаете, я вас очень люблю. Очень. Обожаю просто. Но понимаете, я не могу быть с вами тактичной. Мужики не любят нетактичных баб. Бля, что делать-то? Мне и мужика надо найти, с вами пообщаться. Запрос на участие в вашем эфире, Марк. Нет, извините, пожалуйста, Марк, вам, я вас не приму. Ты такая красивая сегодня, впрочем, как и всегда. Джусуева, спасибо. Ребятки, я так рада, что теперь могу спокойно называть чьи-то имена и фамилии. Короче, от меня отписалось уже 2 косаря людей. Нет, не 2 косаря. Косарь. Но зато подписались новые. И знаете, что я поняла? Поняла, что все-таки на доме 2 ботов прикручивают. Платье крутое. Где покупала? Платье? Блин. Не помню. Ты себе покупала это платье? Ну, такое, знаете, типа как ночнушка. Чисто вышла такая, дело свободное, вообще классное. За 30 тысяч отдашься, Селена? В смысле отдамся? За 30 тысяч могу тебе за усики пощекотать. Больше приходи. Черный цвет тебе к лицу. Спасибо. На проекте черный, кстати, нельзя носить. Я не хочу длинные волосы. Вашпе не хочу. Вашпе, вашпе. Не хочу длинные волосы. Я не хочу длинные волосы. Я даже печатаю пока. Ты движение. Знаю, любишь. Нет во мне терпения. Вспоминаю наше притяжение. Честно, ты
почему на Доме 2 на тебя так негативят. Мне насрать. Негативить, негативить. Хотят, видимо, меня вывести на эмоции, чтобы я дала контент, чтобы я начала негативить в ответ. А я все делаю по настроению. И хер ты угадаешь, когда я захочу делать контент, когда не захочу делать контент. Что с Катей Скалон был бывший парень, да, вообще в шоке над Ивановым. Это вообще жесть, это просто жопа жопная. Я не ожидала, что такой красивый парень может такие вещи делать. На Дом 2 смотрю только из-за тебя, а меня там сейчас нету, поэтому можешь не смотреть будет. Так, ладно, кто там дальше? Во сколько был первый секс? Первый секс мне был 18 лет. Вот совершеннолетие исполнилось, пошла заниматься сексом. Как мама разрешила, так и пошла. Сказала, мама, Аня. Прости. Меня! До Дома 2 были ли драки? Дралась ли ты с девочками? Конечно, дралась. Еще как дралась. Дом 2 по сценарию. Ну, там бывают моменты, когда тебе говорят, что делать, но это очень редко. Когда уж совсем понимаешь, что тухло, конечно же, они подходят и говорят, типа, слушай, давай чем шевелись, потому что бывают такие участники, которые только любят пожрать, поспать и все. И ничего не делают. В каком году закончила школу? Не помню. На самом деле я не понимаю проект. Знаете как? Вот вроде бы проект называется «Построить свою любовь». Окей, чуваки построили свою любовь. Но строить нужно любовь как? Когда у тебя все нормально в отношениях. А там постоянно должны быть какие-то скандалы, интриги. Я не понимаю. Я до сих пор не поняла суть проекта. Вот я там была, я не поняла этого. Он, конечно, помогает с одной стороны, а с другой стороны... С другой стороны, это реально шоу. О, Шкурка снова в прямом эфире. Воровкова. Да и ты, Швабра, тоже, я смотрю, ко мне заходишь. Чикабом, ага. Давайте, блядь, я не знаю, просто давайте я тоже кого-нибудь буду обзывать. Там бывают наигранные ссоры. Конечно, бывают наигранные ссоры, постоянно наигранные ссоры, часто наигранные ссоры. Конечно, вам хрен вам, кто признается, что ссоры наигранные. Но вот, например, есть такие моменты, где бы я вообще не открывала бы свой рот и просто бы молчала. 24 августа пришла Сирия Бачарванка, пришла к Моргенштерну. И новая девушка после расставания с Клавой. Да, круто, ты так ушла с проекта. Да, 40 дней не прошло. Причем тут 40, блядь, дней? Не собираюсь ничего ждать. Ни 40 дней, ни 58 дней. На войне, я вам хочу сказать, вообще люди друг друга не ждут. На войне вообще люди умирают, и другие солдаты идут дальше. Никого не ждут, 40 дней никого не поминают. У меня нет времени скорбить, у меня нет времени, там, я не знаю, там, 9 дней отпевать нету. У меня мама, у меня бабушка, мне нужно всех их воспитывать, ныть, плакать времени у меня нет. 40 дней у меня ждать тоже нету. Хотите, ревите 40 дней, хотите, я не знаю, там, закройтесь подушкой, когда у вас умрет близкий родственников, сидите 40 дней, не вылазьте из дома, нойте,
плач и все. Я вот, мне хватило 5 дней. Я поняла то, что все, если я сейчас продолжу еще плакать больше, чем 5 дней, у меня высохнут слезы, вывалятся глаза, я стану невротичкой, истеричкой, просто сдохну от голода, и не будет хуево. И моей маме никто, блядь, не поможет, понимаете? И бабушке моей никто не поможет. И себе я не помогу своими слезами, если я буду ждать, сука, 40 дней, блядь, сука. Кто эти 40 дней будет зарабатывать деньги? Кто, блядь, эти 40 дней будет возить мою маму с дачи домой, из дома на даче? Кто, блядь, эти 40 дней, блядь, пока я буду реветь, будет, я не знаю, готовить еду? Кто, блядь, эти 40 дней, сука, будет ходить, там, я не знаю, заниматься вопросами, связанными там с хозяйством и так далее? Кто, блядь, кто? Кто эти 40 дней, пока я буду реветь, будет выходить в Инстаграм и общаться? А мне противно слушать про 40 дней. Реально, мне противно слушать тупые вопросы. Кто 40 дней? Вы знаете, что в христианстве 40 дней, в исламе 52 дня, в разных религиях, в других религиях вообще не плачут. Я вот не религиозный человек. Конечно, у меня задолбала пластинка, потому что пластинка заела. Конечно, у меня заела пластинка, потому что, блядь, у вас у многих тоже заела пластинка. Одни и те же вопросы. Я уже реально замоталась. Про смерть отца рассказала, про 40 дней уже рассказала, про то, почему я ушла с проекта, рассказала, даже сделала пост. Снимаю ежедневный сторис. Где вас носит просто? Где? Вот и состаришься в делах и заботах. Нет, а лучше состариться, когда реветь сидишь дома, да? Че орешь-то, а? Вы че меня А че вы мне какие-то вопросы странные задаете? Делала пластические операции? Не делала. Я не кричу. Потому что я понимаю, что да, 40 дней надо подождать. Я это прекрасно понимаю. Что надо подождать эти вонючие 40 дней. Я понимаю, что нужно подождать еще какие-то моменты. Я понимаю, что нужно... Умер отец, я это понимаю. Мне в каких-то моментах со мной стыдно. Я из-за этого, конечно же, нервничаю, потому что мне эти вопросы... Меня эти вопросы заставляют нервничать. Селен, ты скучная. Что нужно сделать, чтобы быть не скучной? Окей, я скучная, давайте. Давайте сделаем так, чтобы я была не скучная. Бля, хватит про отца. Хорошо, давай не про отца. Про что поговорим? Вот я хочу поговорить про ваши проблемы. Вот я хочу пойти сейчас и купить вкусный кофе. Привет, привет, не нервничай, береги себя. Я не нервничаю. Я вообще хочу замуж, я хочу найти мужчину своей жизни. Где этого мужика искать, хреном пойми. Вот честно, вот у меня такая забота. Я хочу реально помочь маме деньгами, хочу маме помочь, чтобы у нее все было хорошо, все зашибись. Сделать охренительный контент, чтобы всем нравилось, и мне в том числе. И мужика найти себе классного, чтобы не мудак был. Ну, мудаки меня уже задолбали, реально. Вот здесь вот сидят все эти мудаки, которым ты доверяешь, которым говоришь, типа, дорогая, я пошел с друзьями посидеть там в кафе, блядь. А по итогу его друзья вызывают шлюх или еще кого-нибудь, и пошло говно. А хули, шлюхи оплачены, можно пососать на халяву. Похуй, что у тебя там баба дома ждет, бесплатная причем. Ну нет, блядь, шлюха на халяву, блядь, это заебись. Что за машина у тебя, Range Rover Evoque? С Валерием Мастерко, нет, не общаюсь. Тумочка, цель крутая, спасибо. Какие у вас цели, расскажите, что вы хотите? Я сейчас замуж хочу, я еще хочу детей, я хочу мужчину себе нормальную найти.
не мудака. Вот я хочу, чтобы которые мужики, которые вот сейчас пошли изменять своим женщинам, взяли себе и отстрелили себе яйца за это. Чтобы мудаки сами себя уничтожали, мне хочется. А все бабы, которые изменяют своим мужикам, тоже себя уничтожали. Чтобы они себе, не знаю, там, вешали на лоб какую-нибудь табличку, не знаю. Проститутка года, давалка года. Вот можно, пожалуйста, чтобы вот у нас в стране вот так вот было? Изменил женщине своей, пошел, отстрелил себе яйца. Изменила своему мужику, пошла себе, вырезала нахер, не знаю, вырезала себе там все, чтобы не размножалось такое создание. Хочу нормального всего. Реально, вот хочу, чтобы вот, вот честно, я хочу, вот хочу, чтобы вот просто нормальные люди были с нормальными людьми. Ну, я имею в виду в плане того, что ладно, пускай у них там будут всякие разные настроения и так далее. Но вот измена, все, блядь. Вот я не хочу, чтобы, знаешь, вот там, не знаю, как бы вот даже в любом состоянии какой-то там, не знаю, пошел там мужик мой, куда-то изменил. Клитор это все херня. Пускай себе кислоты в вагину зальет, если пойдет там, не знаю, изменять своему мужику. Вот тут вот, все точно, я придумала. Короче, мужик себе отстреливает яйца, которые изменяют своей бабе, а баба пускай себе в вагину кислоты нальет. И просто ее там разъест, блядь, всю, нахер. Была в судаке? Нет, не была. Вот хочу я, знаете, прям любовь до гроба. Конкретную причем. Предал, сразу кастрат. Ну да! Ну а что такого, блин, какая разница? Вот знаете, я вот... у меня как бы... Ну вопрос, да? Какая разница? Окей, ты поменял себе бабу на новую. Похрен, там, моложе, старше, неважно. Но ссоры, блядь, будут всегда из одного и того же. Всегда из одного и того же. Смысл менять, вот смысл менять себе там жен мужей. Понимаю купенных поклы. Почему они... Ну, потому что их телезрители... Потому что их любят телезрители, я хочу вам сказать. Они делают контент, поэтому они на проекте. Если бы они не давали никакого контента, я думаю, что давным-давно бы их оттуда уже сказали, попросили. Поэтому, как бы, так как их любят телезрители, они там находятся. Ну, то есть, все очевидно, ребята. Вот те сюда же смотрят, да, как бы. Есть такое понятие, как телевидение. У меня в эфире мало людей, потому что у меня плохая связь. Я не знаю, почему. Это нужно этих людей спросить, почему у меня мало людей в эфирах. Потому что люди, я интересна людям, только когда я, видимо, участник проекта. Мне вообще насрать, сколько у меня людей в эфире, вот честно. 5, 10, 16, 20. Главное, чтобы мне было с людьми интересно. Вот 100 человек у меня сидит, и чё? Толку? Вопросы одни и те же, не о чем поговорить, не о чем. Пусть лучше будет 5 человек, зато есть о чем будет поговорить, на интересные темы, интересные вопросы. Вот реально. А когда все 100 человек спрашивают, ты ушла с проекта, там, не знаю, у тебя умер отец, 40 дней прошло, там, и так далее, и тому подобное, ну, извините меня, это трэш. А я бы изменил себе с тобой. Спасибо. Вот реально, даже вот смотрите. Вот так работают многие бизнесы. Вот лучше 5 качественных клиентов, чем 25 клиентов, от которых вообще толка нету.
персонала. А, что еще? Буду дальше принимать участие в различных телешоу. А, приходить, возможно, на ББ, развивать свою социальную сеть и так далее и тому подобное. Вот, записывать ТикТок. Кстати, если вы есть в ТикТоке, подписывайтесь, я там тоже есть.